Так, ну это то, что удается увидеть от Сатурна. Совершенно уже в дымке растворился. О, чуть-чуть увидел кольца. Совсем чуть-чуть. Ну, по крайней мере, видно, что это действительно Сатурн. Так, что у нас? У нас сегодня 6 июля 2020 год, Харьков. 3:57 по Киеву. Ух ты, что это такое пролетело? Колоритное. И у нас сейчас должно быть в одном кадре и Сатурн, и Луна, и Юпитер. Но Сатурна уже практически не видно. Он уже слишком бледный на рассветном небе. Это он у нас. А вот, в окуляр я вижу сразу три участника наших парада планет. Ну, то есть Луна, спутник. Слева в верхнем левом углу Юпитер, справа. Ой, слева в верхнем Сатурн, справа Юпитер. И внизу экрана половинка Луны. Ладно, поехали. Посмотрим на спутники. Ох, как бы меня комары в гнездо не унесли. Сейчас резкость. Так, вижу левые спутники. Дохленько, но видно. Да, сегодня похуже, конечно, изображение, чем вчерашние съемки. И значительно. А визуально ощущается, как будто чистое небо. Но видно, дымка очень приличная. Так, это меня спрашивали. Я так понял, владелец Coolpix. Фотоаппарат. Я снимаю фотоаппаратом, не телескопом. Это фотоаппарат с несъемным объективом Nikon Coolpix 5000, 125 крат оптического увеличения. Вот это настройки на съемке Луны. Есть такой специальный режим у этого фотоаппарата. Перед этим там можно предыдущее видео посмотреть. Я снимал на минимальных освещенных настройках, ISO там уменьшил. Выдержку. Так. Еще один момент. Видео этим можно пользоваться как угодно. Потому что мне говорят, вот кто-то забрал видео, себе поставил. Ради бога, не надо никаких договоренностей со мной. Берите, выкладывайте куда вам угодно, под чьим угодно именем. Меня это совершенно не интересует. Так. До Луны 376, наверное, уже тысяч километров. До Юпитера 620 миллионов километров и до Сатурна 1 миллиард 350 миллионов километров. О. С такими настройками уже все видно, как объективно. И выглядит все на улице по свету. Аристарх, вот это слева. Спрятался Аристарх. Ладно, поехали. Посмотрели мы на Луну, на Юпитер, на Марс. Покормили комаров в этой части небосвода. Сейчас. Ага. А вон Марс вижу. Вижу Марс.
Сейчас попробую сделать так, чтобы еще кто-то, кроме меня, его увидел. И это не выглядело как плод больного воображения, большого воображения. Эх, помер старик Фрейд. Сколько бы мне интересно о моих оговорках мог рассказать. Так, вот вам, будьте любезны, Марс, до которого у нас 118 километров. Опять же говорю, это вчерашние данные, но я не сильно думаю, они там скачут по небу. Вряд ли со вчерашнего дня что-то кардинально изменилось. Плюс-минус 1 000 000 километров. Кто на это в космосе смотрит? Что за сияние какое-то? Не знаю, ли это у меня через окуляр, но только видно. Ну, куда ж ты сбег? Да, руки у меня дрожат, ребята, в комментариях. Какие руки? Все на штативе делается. И когда муравей пробегает рядом со штативом, при увеличении в 125 крат трясется Юпитер по кадру, как при пляске Святого Вита. Малейший ветерок, малейшее колебание почвы. И тю-тю. С рук это... Может и возможно, я не знаю. Какой-нибудь по стендовой стрельбе. Ладушки, поехали теперь мы от Марса. У нас остался... Марса у нас остался, как-то не так звучит. Остался у нас от пара до планет. Кроме Марса... Наша самая яркая планета, восходящая звезда, которая, конечно, тоже не звезда, как я и сказал, планета Венера. Венера Милосская, которая Венера Харьковская в нашем случае. Ну, думаю, да, даже серпик виден, все хорошо. Конечно, засветка капитальная. Ну, кто хочет серпик почетче увидеть, можно предыдущее видео глянуть. Там будет никакого рядом неба не видно, но серпик будет почетче. Так. Забыла, какие еще хотел тезисы озвучить. Да, в общем, фотоаппарат, это не телескоп, говорил, да? Фотоаппарат Nikon Coolpix 5125 квадрат оптического величины, объектив несменный. Нету тут других объективов. Да. Видео можете смотреть, ну, смотреть понятно, расшаривать, поставить под своими именами, под чьими угодно именами. Это совершенно не тревожит. Кому хочется смотреть, нравится смотреть, буду только рад. Наслаждайтесь или раздражайтесь, как пойдет. Да, парад планет, вот еще что хотел сказать. Спрашивают, кто пропустил парад планет там из-за погоды. Этот парад планет, он будет еще долго, несколько недель так точно. То есть вот так же на небосводе, вот сейчас перед рассветом. Я так понимаю, что это так и будет перед рассветом. Так, где-то маленький баран был, он где-то ниже был. Но в стеллариуме, а как я еще планеты нахожу? Есть программа бесплатная Stellarium. Просто пишите хоть латиницей, хоть кириллицей. Я не вижу Альдебарана. Ну, бог с ним. Хоть кириллицей, хоть латиницей пишите. Stellarium, и будет вам
бесплатная программа, которая в режиме реального времени можете посмотреть, где находится планета. Ну, задав, конечно, координаты того места, где вы находитесь. Там город напишите. Хоть в прошлом, как эти планеты двигались, хоть в будущем, как будут двигаться. Очень удобно, оперативно и вообще молодцы. А, соответственно, там же и данные. Кликнув на планету какую-то, получаете данные, сколько до той или иной планеты. Смотри, Аристарх у нас сегодня прямо сам в кадр лезет. Ну, хоть кто-то, кроме комаров. А, да, вот это жужжание, это зум объектива. Когда он выдвигается, задвигается, никакие не шумы галактики, как остряки предположили. Да. А, да, еще штатив. Штатив был у меня штатив очень много лет. Арсенал. Ну, послужил верой и правдой, пока просто не сломался в руках. Это самый дешевый, я так понимаю. Ну, то есть я купил там по случаю, какой попался. Лет 10 назад, что ли, было. Ну просто вместе с фотоаппаратом отвалилась головка. У меня в руках, когда его переносил. Да, и вот когда собирался купить еще один себе арсенал, мне продавец просто настоял. Узнал, что я снимаю там планеты, удаленные объекты. Настоял на том, чтобы я купил с масляной головкой, так называемый штатив. Велбом у меня М47. 1500 гривен я отдал за него. Но он точно себя оправдывает. Если, как сказал этот продавец, шумная головка очень у арсенала. Ну и в общем, что это значит? Что при попытке перевести что-то рычажком, скачкообразно перемещаются объекты в кадре. А здесь все-таки гораздо более плавно, объективно, и как бы почувствовать разницу, это надо попробовать. Ладно, я, наверное, подожду, пока чуть-чуть опустится еще луна к горизонту. Поеду поснимаю с другого места, как в Харьков опускается луна. Такое шикарное вчера видео получилось с красной луной, садящейся за горизонт. Ну, вон как раз на вот этом месте. Очень знатно вышло. Можно посмотреть на канале, да. На канале Максим Костенко. Я же еще раз повторяю, канал называется Максим Костенко. Это и я, тот самый Максим Костенко. Любые видео, которые здесь есть, это снятые лично мной. Хотите их куда-то девать, девайте. Не обязательно называть, кто это и что это снимал. Никаких претензий вам предъявлять не буду. Это личные, ну в том смысле, что архив снятого мной видео. Там много всякой, что вижу, то пою тематики. Ну там плейлист астрономия есть, кого интересует. И затмение посмотреть, солнечные, лунные. И прочие парады планет. Ладушки. О, уже Венера скрылась. Надо же, как я вовремя. За облаками 4.10 по Киеву. Вот террас. 6 июля 2020 год.